Итак, друзья, всем привет, это Александр. У нас тут прекрасная уличная погода. Наконец-то я с вами на связи, порадую своим видео. Вот, мы решили в такую солнечную весеннюю погоду погулять по парку, по улице. Приехали в парк Победы в Минске. Вот, как бы отличное настроение, субботний день, март. Начало марта со мной, как обычно, Аня, Маша. Я не Маша! А ты Полина, да? А, точно, у нас еще Маша есть, там она спит в этой люлечке. Вот, уже сейчас, так, мы долго ездили, ничего страшного, сейчас пойдем гулять, в общем, на улицу. Прекрасная погода, надеюсь, вам понравится мое видео, увидимся дальше. Полин, ты не забыла? Там твой самокат. Выходи давай. Оставляешь телефон или нет? Оставляю. Оставляй. Шапку одень, пожалуйста. Одень шапочку, пожалуйста. Ну, одевай, одевай, зайка. Ну, возьми с собой. Наконец-то самокат, да? Ага. Да. Ты сняла? Да. Хорошо, держи. Класс, самокат, да? Сейчас пойдем гулять. Шапку где ты подевала? А, в карман положила? Ну, отлично. Хорошо. А я коляску буду вынимать. Ставим Машу. Это наш новый человек. А ты что там делаешь? Катаешься? Давай, давай. Едь. Маша. Ты как? Ну, конечно. Ты не слушаешь сразу. Ну как тебе? Погодка. Отличная. Мне тоже нравится такая погодка, а? Полин, подожди, нам туда. Нам сюда. Какая-то лодка тут, типа спасательная.
нас такая необычная погода, конечно, вообще волшебная сегодня. Вот. Просто отличная погода. Отличный парк без листьев, пока деревья. А вот. Погода, конечно, класс. Солнышко такое светит, пригревает. Полина там куда-то пошла посмотреть что-то. Сейчас подойду, посмотрю. Ну, в общем, продолжаем гулять. Сейчас, может, чай сделаем с термос с собой и кружка. Вот, и будем дальше гулять. Полина там на самокате. Мы ее все никак не догоним. Однажды с Полиной тут в одном фонтане намочились летом. В прошлом году, наверное. Это было очень прикольно, необычно. Полина, что случилось? Психа включила. А? Полина там психует, что-то не может ехать на этом. На самокате. Включает психа. О! Там ничего нет внутри, в каштане. Как тебе самокат? Да? Супер? Я очень рад, что тебе нравится. Хочешь раздушить? Да. Не получится у тебя его раздушить. Давай я раздавлю ногами. Полина захотела на площадку детскую, вот, и потом мы, наверное, или домой уже поедем, что уже как-то холодно, или там еще в одно место зайдем. Так что как-то так. Солнечная погода сейчас очень хорошая, очень нравится. Да? Маша там спит. А мы-то гуляем. И там какой-то вот памятник есть. Это ступеньки в небо, или как он называется, да? Потом подойдем, посмотрим, что за памятник. Сейчас буду искать Полину. На детской, вот на этой огромной площадке. На этот мизинец. Как он называется? Ну просто, да, ну такой, знаете, ну, ничего там... страшного, тебе же не сильно больно. А что ты кинул так самокат? Может поставишь его сюда, возле лавочки? Ну что? Что? Как тебе площадка? Огромная? Ну не такая. Не такая, как ты хотела, да? Тебе не холодно? Ты холодно!
полежать. Ну как тебе лежать? Так себе? Неудобно? Будешь слазь? Давай, слазь. Слазь, давай. Площадке. Он там лазит. Аня там с коляской стоит, ждет нас, пока она поиграет. Вот. Как-то так. Аня тут чай заварили. Сейчас будем пить. Маша там спит. И такая вот площадка большая. Тут. Какие-то лавочки для великанов, да? Полин, лавочки для великанов. Да. Давай. Да достаешь ты, едь давай. Пошли быстрее, Полин, то сейчас Маша начнет как психовать и все. Нам капец всем. Я вижу. Нет? Давай, давай. Блин, ну что ты Thank you.
А? Ну да. Эй, Таня, тут лучше на этой стороне парка. Наверное, из-за того, что солнышко тут больше. Как-то более как позитивно, что ли. Как-то так. Полина там дальше поехала, он ездит, катается. Маша вроде там чуть-чуть шевелится, да? Угу. Подшевеливающийся человек. Ну, как бы так. Настроение хорошее. Поедем уже сейчас домой. Ты чай мне даешь, что ли? Да. Ну давай мне чай, буду пить чай. Тепленький хороший, на. Сейчас уже нормально все. А это твои проблемы. Вот тут будет ренингит, будет слышка. Ладно, мы пойдем. Еще у нас уже прогулка небольшая заканчивается. Идем уже назад. Уже Маша начинает просыпаться потихоньку. Вот, так что идем уже назад. Уже чуть-чуть даже подмерзли. Полина едет на самокате, да? Давай, да. Полин тут едет на самокате, так рада, когда ее тянут. Да? Не надо. А вот Аня там идет с коляской. Вот. Как бы отличная погода, да? Только холодно. Уже. Немножко холодно. Как-то так. Там еще холоднее, да? Снег лежал? А, я тебе палец прижал, прости. Прости, я не хотел. В общем, друзья, мы погуляли, освежились, порадовались жизни этой. Вот, с двумя дочками погулял, с женой походили, погуляли. Ну и хорошо. Да, с женой, да, это Аня моя жена. Ты забыла, что ли? В общем, буду еще дальше вам снимать всякие видео. Что вам интересно, то интересно. Увидимся.